Момент! Красиков спасает, но не зафиксировал шайбу. И все-таки добивают ее хозяева площадки ворота. И таким образом «Адмирал» выходит вперед в этом матче. Шена укладывают на лед. Опасный момент. Тут подстраховали защитники. Так бы, мне кажется, будь там игрок противоположной команды, Красиков бы вряд ли выручил. И все-таки это приводит к тому, что Гутик добивается во второй раз в этом матче успеха и увеличивает разрыв в счете 4-2. 4-2. И тут не то, что я накаркал, не то, что я сглазил. Казалось бы, ничто не предвещало беды.